Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня у меня будет видео не об уборке, а о такой теме, как я добилась монетизации за 3,5 месяца. Много вопросов мне задают по этому поводу, приходится мне отвечать лично в Инстаграме, и сообщения получаются очень длинные, поэтому решила вот так объединить в таком видео все часто задаваемые вопросы. Возможно, будет это интересно даже тем, кто не занимается блогерством, но очень сильно хочет создать канал, ему интересно смотреть, как другие делают, но не решается на создание своего, возможно, просто стесняется чего-то, боится даже спросить, как, с чего начать. От меня сегодня для вас мотивация на воплощение какой-то своей мечты, нерешительности. И как же я сама пришла к блогерству? Укладывая спать ребенка, я включала также YouTube и смотрела, как девочки убираются. Особое внимание у меня было на двух блогерах. Но в рекомендации мне выпала новая девушка Ирина Лайф, тогда у нее было 12 человек подписчиков, и я думаю, надо же, простая женщина, вот так тоже не стесняется, все чего-то там делает по дому, что-то рассказывает, так все складно у нее говорится, хотя которые более популярные блогеры почему-то у меня таких мыслей не вызывало, наверное, я уже на них смотрела как на профессионалов, как на каких-то недостижимых звезд, можно, если это так назвать. Ну вот такая простая женщина Ирина Лайф как раз меня и смотивировала. Думаю, мне тоже так хочется, так интересно. Тем более и я в декрете, и она в декрете. Кроме как прибаутки, стишки и сказочки детские в голове, ну вообще ничего нет. А тут хоть какая-то тренировка для извилин. Первое видео я решила выложить о том, как мы наряжали елку. Второе и третье также были просто о том, чем я занималась. Если мы готовили, то я это все снимала. То есть я пока не знала принципы, что и как нужно делать. И вот после третьего видео, думаю, нужно посмотреть все-таки, как это правильно делать. Тем более тут такое слово есть — монетизация. То есть здесь еще и деньги можно зарабатывать. И нашла в интернете здесь также на YouTube тех людей, те страницы, каналы, которые именно обучают, как делать видео, как набрать 1000 быстрее. В общем, дают они всякие советы. Посмотрела я, наверное, 3 таких канала, и в принципе обучают они одному и тому же. Какие-то для себя выводы я сделала, и как видите, они все-таки работают. Первое, что они советуют, это придерживаться одного контента на канале. Как же это я понимаю, я сейчас вам покажу наглядно. Все видео у меня сейчас на тему мотивация на уборку. Но первые 3 у меня были пробные, то есть это мы елку наряжали, потом я селедку разделывала и просто воскресный вечер. Но затем я перешла именно только на мотивацию на уборку. То есть именно ее я выбрала своим контентом для канала. То есть все мои видео об уборке. Не об обзорах каких-то товаров, ни машины я не обозреваю, ничего такого я не делаю, только уборка, и все видео у меня именно с ней связаны. Я очень аккуратно вставляла в видео частично готовку, но так как после готовки бывает уборка, то вроде как это и предполагает немножко, то есть готовки и немного покупок. Так ненавязчиво где-то в конце ролика, потому что я боялась, что людям это будет неинтересно, так как они ищут именно уборку. А второе правило — это популярные названия, которые очень легко будет найти в поиске YouTube. Вот обратите внимание, как у меня называются 1 3 ролика, и только мне стоило ввести такое слово, как мотивация на уборку, то резко у меня возрастают просмотры на видео. Это своего рода кодовое слово, которое очень часто вводят в поиски люди, поэтому ролики сразу набирают просмотры. Но есть у меня немножко такой ролик еще фикс прайс покупки, и обратите внимание, как резко у меня здесь упали просмотры, потому что это не такое популярное видео.
И здесь еще играет роль алгоритм YouTube, как он это выдает в поиске, кому, возможно, кому мотивацию он выдает, выдал и мои покупки фикс прайс, то они, конечно, им не будут интересны. И поэтому, подбирая название для своих роликов, я его проверяю именно в поисковой строке. Уборка, и если надо разбавить какими-то другими словами, то смотрю, какие же более популярны. Например, уборка всей квартиры самая популярная, значит, я так и назову свой ролик, если буду прибираться во всей квартире. То есть любое название своего ролика я стараюсь проверить, популярное ли оно или нет, просто вбивая его в эту строчку. Например, у меня есть ролик «Реальная уборка», то вот в поиске такого словосочетания нет, поэтому можно так назвать, но дополнить какое-то еще более популярное. Опять же, это же мотивация на уборку. Третье, что они советовали, это регулярный выпуск роликов. Я выпускала через день. До монетизации это делать желательно. После монетизации делайте чего хотите, хоть через 2, хоть через неделю. Но чтобы добиться монетизации, нужно выпускать регулярно. Да, это тяжело, так как времени не хватает, это нужно и смонтировать, и озвучить. Но если есть цель, то поверьте, это сделать можно. И как видите, я выпускала до монетизации через день. Я сидела и до 2 ночи, и до 3, но у меня была цель, я не привыкла отступать, мне хотелось добиться этого. А чтобы это сделать, конечно, нужно поработать. Так просто, лежа на диване, ничего у нас в жизни не будет. Возможно, какой-то пропускала 1-2 раза, но это были настолько уважительные причины, что я себе это прощала. Но так старалась через день. Следующее – это время, когда вы выпускаете ролик. Выпускать ролик нужно тоже исходя из аналитики. Вот открывала я вот эту вкладку и смотрела, когда же мои зрители смотрят мои ролики чаще всего, точнее больше всего. Здесь вот ярко-сиреневый – это как раз пик просмотров. Получается из этой схемы, что я должна выкладывать была свои ролики по будням часов в 9-10 утра, то есть люди уже начинали смотреть, чтобы он у меня к 12 ролик был точно, потому что это пик просмотров, как и в 5 вечера тоже это пик просмотров. Выходные же люди тоже смотрят с утра, в общем, выходные я выпускала всегда раньше. Следующее — это длительность ролика. Он должен быть от 12 минут и более. Там уже как хотите, верхние границы не оговариваются. Здесь я не сразу это поняла. У меня были ролики и по 3 минуты даже один. А так в основном были 7-8. И только спустя определенное время я эту информацию уже услышала. И стала выкладывать ролики от 10 минут. Потом все-таки от 12 стала как-то их продлевать. И сейчас, если у меня получается 17-18 минут, то это вообще здорово, так как YouTube любит, когда они длинные ролики, на них можно наложить больше рекламы, и он эти ролики продвигает быстрее. И что касается времени, чтобы набрать часы просмотра, их нужно 4000, лучше выкладывать ролики длинные, так как люди смотрят меньше, чем половина, дай бог, 1/3 посмотрит их целиком. В основном они все выключают когда-то, кто где, кто-то вообще не смотрит. Поэтому, если ваш ролик, например, 17 минут, то если посмотрит целиком 1/3, то вам в копилочку попадет, например, 4 минуты, ну 5 минут попадет. То есть время среднего просмотра. А если ролик будет короткий и его еще промотают, выключат, там останется от него только для вас минуты полторы, то есть время среднего просмотра. Поэтому лучше пусть длинный ролик и перемотают, но останется время 4-5 минут вам в копилочку, чем короткий и его мало посмотрят, малую длительность его, и вам в копилку достанется только полторы минуты. Далее такой просто общий пункт про рекламу.
Заказывала ли я рекламу для развития своего канала? Нет, не заказывала. Деньги я никому платить личные не собираюсь, чтобы меня тут на YouTube продвигали. Я считаю, YouTube должен мне деньги за электроэнергию, которую я трачу на заряд телефона, на те деньги, которые я потратила на штатив, я их еще не вернула. То есть рекламу покупать себе я не готова. На 600 подписчиков мой канал как будто бы замер. У меня упали и просмотры упали, и количество подписчиков за день доходило даже до нуля. Например, вот при просмотре 311, это за сутки у меня было столько просмотров. Всех, то есть моих роликов, посмотрели всего 311 раз. И в этот день, как раз 7 марта, у меня подписалось 0 человек при этом. В этот момент я упала духом, мне уже не хотелось вести мой канал. Думаю, ну какую-то я ерунду снимаю, никто не смотрит. И думаю, напишу-ка я Ирине Лайф, вот я вам ее показываю. Написала я ей ВКонтакте, мы обменялись небольшим количеством сообщений, ну такими приличными, много там было предложений. И она меня так воодушевила, как-то поддержала, она меня не оттолкнула, а наоборот сказала, что 3 месяца это мало, Алена, для развития канала не переживай, работай, продолжай. И как-то думаю, ну ладно, 0 подписчиков сегодня, точно завтра, возможно, у меня подрастет их число. И однажды после этого разговора открываю я видео Ирины Лайф, как раз у нее вышло свежее новое видео, и там она готовит блюдо, и так как будто бы невзначай она произносит фразу, что рецепт взяла я у Алены «Домашний влог». Не поверите, но у меня в этот момент побежали мурашки. Я ее не просила, мне даже было как-то неудобно перед ней, что она такую мне своего рода бесплатную рекламу дает. Ну, хотя у нее было 1000 подписчиков, не знаю, реклама это или нет, но кто услышал, тот услышал, и спасибо им, потому что этот день, эти сутки после этого высказывания ее принесли мне где-то 20-25 подписчиков, и мне было это приятно, потому что у меня их практически здесь прибавляли считанные люди. Поэтому вот очень важно с кем-то вот так, можно сказать, скорешиться, поддержать друг друга, это тоже очень важно, и не оттолкнуть. Потому что я, когда начинала сама лично, то я на одной страничке еще только-только пошла, думаю, как же мне себя тоже прорекламировать бесплатно, и я имела такую ошибку, наверное, мне было это не очень приятно, просто в комментарии написала у популярного блогера, у нее где-то было, может, 7-6 тысяч подписчиков, что если кому-то нравится такой контент, то заходите, переходите ко мне на страничку. Хозяйка была не очень довольна, комментарий на этот удалила, и если бы я еще ей написала, то она отправила меня бы в спам. Поэтому я это дело бросила и никакой рекламы себе больше нигде не делала, не писала. Здесь я вам показываю ролик, который за 2 недели набрал у меня 9000 просмотров. И второй ролик, который за неделю набрал 5000 просмотров. Это я объяснить не могу. В принципе, у меня ролики где-то набирают 2500-3000, а вот эти два набрали так много. Ну, возможно, антиминимализм, потому что минимализм сейчас моден. А вот пока муж на работе, я объяснений не нахожу. На что же я снимаю? Снимаю я на обычный телефон, это Samsung Galaxy A10, стоит он 7500, я не готова была покупать ничего лучше и новее, в принципе он меня устраивает. И те, кто обучают блогерству, советуют снимать на то, что есть, потому что это не всегда вы точно знаете, будете вы этим заниматься или нет. Какую-то базу можно снять и на обычный телефон, если у него камера более-менее вас устраивает. Меня мой телефон устраивает, и в ближайшее время пока я буду снимать именно на него. Мой денежный вклад в блогерство — это только штативы, вот такой маленький был куплен у меня за 600 рублей, как видите, он весь в изоленте, это такая ерунда хлипкая, даже крепление у него уже переделано от селфи-палки из фикс-прайс,
И муж мне купил вот такой большой штатив в ДНС за 1200. Он очень высокий, компактный и очень надежный. А вот так они выглядят оба стоя. И этот большой складывается до вот нижних ножек. И в принципе он вполне меня устраивает. А маленький так запасной сейчас. Если что-то мне лень телефон переносить лишний раз со штативом, то я ставлю вот этот маленький. Монтирую я вот в этой программе, скачана она бесплатно на Play Market, и в телефоне монтировать мне удобнее, так как я могу с ним везде ходить, бродить, а с компьютером так не проходит. На компьютере у меня стоит вот такая программа, здесь я уже с телефона перекидываю смонтированное видео с озвучкой, это все я делаю в телефоне, здесь я накладываю только мелодии, так как телефон слабоват и долго конвертирует у меня видео, а мелодия дело такое, что может быть громковато уже после загрузки на YouTube, то есть я сначала проверяю, как она звучит, и если что-то подредактировать, то я возвращаюсь обратно в эту программу, удаляя видео из YouTube, предварительно загруженное, немножко вот меняю и опять выгружаю. Эта программа на компьютере, здесь у меня сделана как раз заставка, домашний влог и значок подписаться. Значок делать не обязательно, но желательно, а так регулярно в каждом ролике говорите, не забывайте подписываться на канал, потому что большинство зрителей смотрят без подписки, а вам это очень важно, чтобы набрать 1000 человек, поэтому после того, как вы их наберете, то можно уже не говорить. Потому что я сама не люблю выпрашивать, и мне это так словосочетание режет слух, но вот вынуждена я была это все-таки говорить. Музыку брать лучше всего в фонотеке YouTube, так как это более безопасно, можно и на других сайтах, но сегодня они без авторских прав, а завтра могут уже стать с авторскими правами, поэтому это опасно, что могут заблокировать ваше видео. И о монетизации. За такой небольшой промежуток времени, считайте, за неделю я заработала $14.41. Все, конечно, зависит от того, сколько раз посмотрели рекламу на твоем ролике, выпускал ли ты видео, не выпускал. День без видео менее выходит оплачиваемый. В среднем у меня выходит в день даже до $3 практически. Но это когда у меня выходили ролики, конечно. А так в среднем где-то на 1000 просмотров выходит $1, ну там может с какими-то центами. Ну, в общем, в среднем 1000 просмотров это $1. Это так, грубый подсчет. Когда самый популярный ролик моего канала стал набирать просмотров очень много, со мной связались менеджеры вот этой фирмы и предложили мне с ними посотрудничать. Они прислали мне уже на обзор бесплатно 6 продуктов своей компании, которые я вскоре буду обозревать. Сейчас я их еще тестирую, проверяю, нравятся они мне или нет. Я считаю, что это мой первый заработок, такой приятный бонус. Поэтому, если вы тоже, как я, лежите и мечтаете, и все-таки не можете на это решиться, но вам очень хочется, то я бы на вашем месте рискнула, попробовала. Но не пойдет, не пойдет. Не покупайте для этого какую-то дорогую технику, просто на телефон. Ну, штатив, ну можно взять какой-то дешевый и попробовать снять. Чем вот так просто проходит жизнь без интереса? Здесь хоть какое-то хобби. Да даже просто пообщаться с людьми в комментариях, это ведь интересно. Все равно это общение. Очень важно, конечно, еще встретить такого же единомышленника, который не оттолкнет тебя со своей странички, а наоборот так участливо с тобой поразговаривает. Я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.